А у меня есть желтые штанишки, ребята, мне выдали желтые штанишки. Фу-ю. Вот, ну в том плане я радуюсь, что ребята морчасти погранвойс не подвели. Морчасти погранвойс показали ребятам, кто тут в доме хозяин. Отсидел я очень серьезно в медиташке, вот в Оме, потом просто на пранаяме, потом опять, потом просто трикутовская вот это. Вот, ну сидел я вчера классно. Я, конечно, после пуджи до первого чая, а потом вообще где-то сел с 8, и меня в час только так чуть-чуть растормошили, увели. И, ребята, я обещал вам рассказать очень много про хатха-йогу, прямо находясь вот здесь, вот, да, в месте, где хатха-йога. Но я постоянно вот чуть-чуть такой, да, в таком состоянии после медитации очень глубокой. И очень трудно это совмещать с болтовней. Вот, давайте я все-таки доеду до ашрама. У меня сегодня вечером студенты, а завтра вечером ассамблея большая, там Гуруджи будет выступать. Надо быть там, в Индоре. Все, вот с вами был Перч. Я из Уджейна. 3 дня глубоких медитаций с надхами. Вот в этом священном для всех хатха-йоговцев месте. Это пещера, где гуру Гурак надх написал и постиг, и получил от Шивы. Книгу, вот, которая лежит в основе всей хатха-йоги. Да. И говорят, что хатха-йога Прадипика, тот человек, который написал хатха-йогу Прадипику, это йога... Он тоже был надхом и тоже начинал свою йоговскую карьеру вот здесь. Давайте, ребят, посмотрим еще раз, глянем последний взгляд на с моего балкончика, вот, на речку Шипра, вот, которая у нее есть, какая-то шипка, да, есть. Она вся здесь устелана просто храмами. Когда в одном храме пуджа заканчивается, в другом начинается. И так дальше, 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 до 9 часов вечера. Вот, ребят, ну, в общем, давайте, честно, простите, что я не сделал. Я вернусь сюда обязательно. Я уже поговорил с ребятами, они сказали, что типа нормально. В общем, нормально, я как бы себя зарекомендовал. Вот, пойду чуть-чуть еще посижу, отойду от медиташки. Все, я вас всех чувствительно очень-очень люблю. И по всем родным очень-очень скучаю. Все, давайте, счастливо. Плав состав. Давай, держи себя в руках, мужики, блин. Что-то пузо ходят, пузы, короче. Надо себя держать в руках. Сила воли. Пока.